Комикс Паули Сентри. Ходячие мертвецы. Спустя моменты. И как мне ей об этом сказать? Тебе это не нужно. Я могу ей рассказать. Эй, я знаю, мы только что познакомились. Но я рядом, если вдруг захочешь поговорить. А? Эй, Сансет! Сансет, это я, Спайк! А? Спайк? Да, Сансет, это я! Я скучала по тебе! Я так рада тебя видеть! Я тоже очень рад тебя видеть! Как долго я спала? Не так уж и много. Ну, может быть, 2 часа. Ох, замечательно! Подожди минутку. Если ты здесь, значит ли это, что Твайлайт тоже здесь? Она ведь здесь, верно? Мы искали ее несколько месяцев. Нет, Сансет, подожди. Вот об этом я и хочу с тобой поговорить. Поговорить? Что ты имеешь в виду? Спайк, Твайлайт в порядке? Спайк, Твайлайт в порядке? Нет, она не в порядке. Сансет, тебе будет очень тяжело это услышать, но... Твайлайт умерла 3 месяца назад. Я действительно очень сожалею, Сансет. Нет, нет, ты, должно быть, пошутил! Сансет, я сам бы хотел, чтобы это была шутка. Я очень сожалею. Я знаю, как сильно ты заботилась о ней. Сансет, будь аккуратней со своей ногой. Тимбер! О, нет. Сансет. Твайлайт! Я знаю. Несколько моментов спустя. Воскресенье. Что? В этот день я видела Твайлайт в последний раз. Мы все 7 тусили в торговом центре. Мы отлично провели время. Пожалуй, я могу сказать, что это был один из самых забавных дней в моей жизни. А затем день закончился. Пора было прощаться. Я собиралась на следующий день увидеть своих друзей в школе, как в обычный день. Твайлайт и Флаттершай отсутствовали. Они обе должны были позаботиться о чем-то, что было связано с их работой. И если бы я только знала, что завтра наступит конец света, я бы, наверное, сказала Твайлайт... Ты любила ее? Прости, Тимбер. Не стоит. Сансет? Твайлайт оставила кое-что для тебя. Подожди, для меня? Ну, это в основном для тебя и остальных девочек. Подожди!